История о том, как сегодня у нас прогулка не задалась. Вчера решил, что сегодня пойдем с Гошей пораньше гулять, чтобы побольше пройтись и побольше всего успеть. Но как-то вот все пошло не по плану. Приготовился, собрал рюкзак, все, Гошу взял, пошли на прогулку. Сегодня ветер достаточно сильный такой, не очень приятно. Ну вот, в общем, вышли мы где-то в 10, хотя планировал в 9, там работа образовалась. Потом пришли на место, я переоделся, все, и понимаю, что забыл стакан, ну, чтобы чай пить, а не напрямую из термоса его хлебать. Вот, думаю, ну ладно, как-нибудь переживу, уже было такое. Вот, все, вот, посидел, немного отдохнул, собрался идти. Смотрю, Гоши нет. Вышел на поле, его зову, жду. 5 минут нет, 10 минут нет. Уже что-то как-то мне это не по себе стало, потому что уже и трекер сел, и как-то, не знаю, не подготовился. Кстати, да, еще и трекер разрядился. Вот. Потом все-таки Гоша прилетел, докричался я до него, неожиданно из леса вылетел. Все, значит, его немного поругал, ну так, словесно, не на повышенных тонах. Пошли дальше. Буквально 50 метров я отошел. Смотрю, Гоша опять уже куда-то смотался и непонятно куда. Вот. Опять его зову. Где-то 5 минут его не было. Потом опять прилетел. Такой, думаю, ладно, с тобой сегодня ничего особого не получится. Лучше не рисковать в лес, как бы не ходить далеко. Поэтому пошел в другую сторону. Ну, в сторону дома, по полю пройтись. Только я отошел 50 метров. Гоша опять смотался. Вот. И как бы, учитывая все это, я думаю, нафиг такие эксперименты, и лучше я пойду домой вместе с ним на перчатки, пусть сидит. Вот. В общем, как и раньше говорил, что если что-то идет не по плану, особенно с птицей, вот, то лучше не рисковать и как бы переждать этот момент. Вот, возможно, это из-за того, что я его вчера слишком сильно покормил, хотя как бы порция у него была обычная, стандартная. Вот, может быть, еще что-то. Может быть, ему ветер не нравится, но это как бы бред, но ладно. Вот, такие вот новости. Хотел сегодня подольше погулять, но не получилось. Завтра получится. Гоша, скажи «а». Ну-ка. Ну-ка, открой рот. Скажи «а». Что-то у тебя прыщик, что ли, какой-то? Вот. Пришли мы обратно домой. Сейчас Гоша грецкий орешек дам. На. Ковыряй. Быстро откроет или нет? Ну чё, он, по идее, должен уже был научиться. Я ему много орехов давал. Именно чтобы он открывал. Показывал. Может, сейчас получится быстро. Все, Гоша катается. Тебе помочь?
Давай помогу. Подержу. Так. Долби. Ну, в орех долби. Давай, давай, давай. Или вот так вот давай. Так. Ну? Давай, бей. Ну, по идее, я должен сам открыть. Что, Гоша, не получается, что ли? Сосулька помешалась. Чем только она ему помешалась? Гоша, орешек, что там? Что с орешком? Вот, и теперь его сюда поставь, так вот. А теперь бей. Что ты делаешь? Сюда. Вот. Давай, работай. По ореху работай. Давай, я просто придержу. Да что ты меня-то бьешь? Вот, давай, бей. В черную точку. Во, давай, давай, давай. Ну. Тебе надо просто сделать пару хороших ударов. Только не в меня, а в орех. Да-да-да, вот туда бей. Бей сильно. Сильнее, сильнее. Ты же вчера сосульку так хорошо бил, она аж раскалывалась. А сейчас не можешь этот орешек расколоть. Надо-то один точный удар. Ну или два. Вот прям вот сюда, вот в дырочку, Гоша. Так тунц. И все. Ну-ка. Так. Где у нас тут? Гоша, смотри, вот так вот. Тик. Чуть-чуть ему помогу. Ага. Ага. Ну-ка, отойди. Да, отойди. Отойди. То есть, ты не мог, да, а сейчас еще и возмущаешься, что я тебе помогаю. Ну, давай, бей. Расколешь сам-то, нет? Нос заложило что-то. Ну, давай, справляйся сам. Раз такой умный. Катается у тебя, да? Все, давай, бей.
хочет сам все сделать, но не получается у него. На, долби давай. Вот тут прям в серединку, давай, бей. Ты бей сильней. Ну? Чего его жалеешь-то? Сильней. Сильнее бей, Гоша. Что, Гоша, дальше открывать будем, нет? Так, 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 так. Гоша, смотри, он уже почти открылся. Все, давай, открывай, иди. Весь обзор закрываешь. Весь его извалял. Вон иди туда. Там чисто. Десять минут уже пытается его открыть. Гоша, он уже почти открыт. Что тебе мешает по нему долбануть со своей силы? Вот. Давай, бей. Ну? Ну, пару раз так бам-бам и все. Так вот дынь-дынь-дынь-дынь. Давай, бей. Открывай. Ну и что, думаешь? Смотри, он уже открыт. Уже и думать не надо, как его открывать. За тебя уже все придумали. Ну? Тыц, 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 тыц. Давай, давай, давай. Сильнее. Сильней. Бьёшь, как девчонка, Гоша. Давай, Рич. Уже рука замерзла, Гоша. Ох-хо-хо. Так.
трещину видишь? Что трещинка есть. Видишь, конечно. Ну. Самому-то слабо ее открыть. Трещина большая такая. На. Герой. Герой. И ты его сейчас еще и спрячешь, да? Положил в удобное местечко. Чтоб не переворачивалось, видимо. А ты не можешь его положить как-нибудь вот? Ты же правильно сюда положил. Вот сюда. Вот. Ты же нормально его положил. На другое место переложил. Снег с теплицы начал падать, он испугался. Гоша, у меня бы уже терпение кончилось. Ну что, давай орех сюда. Орешек давай. Ну давай помогу. Дай орех. Давай. Молодец. Смотри, Коша. Вот, вот эта вот дырочка, видишь, вот черная. Ну, ты ее замазал все. Убери, лапку убери. Это вот так. Все, на. На. Часто ты уже сможешь открыть его. Наконец-то! Ура! Победитель! Поделишься? Поделишься орешком? Гош, на мясо обменяешься? Ну-ка, интересно. Взял что-то. Не помню, что это. Почки вроде, кролика.
Гоша, дай орешек. Молодец. Поменялся. Гоша, дай лапку. Фиг он сейчас все даст. Смотри, у меня еще орешек есть, надо? Гош. Гоша. Полный клюв набил. Голос. Нет, голос ты сейчас уже не дашь. На, лови. Надо? Все, распотрошил. На, лови. Голос. Молодец. Ну, в общем-то, и все, он сейчас съест и спрячет.